Куда девать отходы из Львова? Местные жители придумали новый способ, как избавиться от зловонных куч. Мусор теперь несут в городской совет мэру города Андрею Садовому. А подарки с душком – Галина Якушка. Целый пакет отходов для мэра Львова прямо в ратушу занес местный житель. Олег Подрян рассказал, что на улице Юрия Липа, где он живет, выбрасывать мусор просто некуда. Баки переполнены, отходы не вывозят больше недели. Поэтому он и решил принести мусорный пакет из дома местным чиновникам. Приходя в ратушу, мужчину остановила охрана, пускать не захотели и даже вызвали наряд патрульных. Я не знаю, что в этом кульку, возможно, один принес какие-то небезопасные предметы. Я сам держу свой мусор. Как бы я не боюсь, что он сейчас взорвется, знаешь, вот тут бутылочка поляной квасовой, различные бытовые отходы. За какой метой вы его сюда принесли? С метой спросить, куда мне его отнести. Содержимое пакета все же проверили и пропустили мужчину внутрь. Олег Подолян отнес его на второй этаж. В малом сессионном зале как раз проходило заседание городского исполкома во главе с мэром Львова. Пакет с отходами Подолян оставил в коридоре, лично для Андрея Садового. Лично товарищ Андрюшка Садовой поблагодарил. Ну, я его оставил. Мне же не указали, куда его нести. То есть я сделал что-то незаконное? Люди сказали, неси на площадь один Андрюшки Садового. Я принес и спросил у него в глаза, куда его положить. Он сказал спасибо и ушел. Сам градоначальник сегодня записал очередное видеообращение к горожанам. Об истории с подарком ни слова. Говорил, как всегда, о том, что оказался в мусорной блокаде. Послаблення блокади насправді виявилось дуже короткочасне. Обласна влада виділила місту дуже обмежені ліміти на вивезення ТПВ. Полігони області прийняли лише частину накопичених відходів і знову почали організовано закривати нам доступ. Олег Подолян пробыл в мэрии не больше часа. Говорит, если мусор со двора не вывезут, снова придет к Садовому. И снова с пакетом. Поступать так же он посоветовал и другим жителям. Может, тогда что-то изменится. Галина Якушка, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львов.